Уважаемые коллеги, мы рады предоставить вашему вниманию миксы от бренда Nagaraku. Вы посмотрите, какое волокно. Оно очень пигментированное, очень красивый изгиб C. Микс 0,07 толщины очень хорошо подходит для создания объемов 5-6D. Лента, на которую посажены искусственные ресницы, средней липкости. Она подходит идеально как для создания пучков с ленты, так и для создания пучков в ручной технике. Сама по себе лента на фольге. Так, Ася, ну примерно вот ты понимаешь, что я хочу сказать? Посмотрите, пожалуйста, какой красивый пинцет золотой. Здесь наглядно показано, что в этих ресницах отсутствует брак. Очень удобный чехол для хранения пинцетов. Пинцеты ваши всегда будут в безопасности. Это очень классный пинцет.